Невостребованные земельные доли и предоставление земельных участков многодетным семьям. Правительственная комиссия обсудила сегодня эффективность управления государственным имуществом республики. Около 44% земель республики выделены сегодня в счет земельных долей. С конца прошлого года их площадь увеличилась на 5%. Наибольшее количество выделенных земельных долей сохраняется в Комсомольском, Ялчикском и Алаторском районах. Проблема возникла на ровном месте. Оказалось, что земли есть, а собственников у них нет. Такие земли считаются невостребованными. По состоянию на 1 января 2014 года общее количество земельных долей, признанных невостребованными, в Чувашской республике составляет 122 347. Их общая площадь 243 тысячи га. С учетом сведений указанного доклада в Приволжском федеральном округе, Чувашская республика по числу невостребованных долей занимает первые позиции. Наибольшее количество невостребованных земельных участков в Мурпасадском, Козловском, Аликовском и Красночитайском районах. Иван Моторин поручил главам как можно скорее определиться со статусом этих земель и пустить их в дело, а Минимущество держать вопрос на постоянном контроле. На заседании обсудили предоставление многодетным семьям земельных участков. За 3 года 2823 семьи, в которых воспитывается 3 и более ребенка, получили землю под строительство или под приусадебное хозяйство. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика.